Цыганч було. В России-то это здесь было, помню. Ну что бы, у Эйфелевой башни в Париже крутили наперсточки. Это уже что-то. Это и звон выходящих. Ла-ла-ла. А, я. Их не вижу. Где следующие стали? Цыгане будут. Вроде полиция идет, они по-быстрому разбежались. Их человек 20 крутят. А. Он приехал, полицейский на велосипеде. А эти, вот он. Они все разбежались. А. Позвонят, попросят подмогу. Не, это для меня это шок был. Россия, я понимаю, это было. Там никто не играл. Вообще никто не играл. Не, ну, свои. Все свои. Дело не в игре, дело в том, что стали здесь и крутили наперстники в Париже в 2014 году под Эйфелевой башней. Да, в 2014 году. Да, это было что-то. А, полиция зацепила их. Эти зацепили. Работает полиция. И правильно работает. Ну-ка. А, какая-то часть успела убежать, я как говорил, человек 20 было. Женщина говорит, то, что они меня заставили играть, короче. Менты говорят, послушай, мадам, тебе придется прийти с нами в комиссариат, потратить как минимум час-два, и все равно... А полицейские задержали, повели. Две женщины, три женщины, один мужчина, четыре женщины. Такая оконцовочка для наперстников. Там ближайшие, скорее всего, до них.
Это обойдется так, штрафом, я думаю. Штраф, там, трое суток ареста или депортация. Или депортация. Вот они все стали здесь.